category 60 kilograms. Saho Pravin Kumar, Amir Mohammed Bahar Haram are invited to carpet A, weight category 60 kilograms. Saho Pravin Kumar and Amir Mohammed Bahar Haram are invited to carpet A, weight category 60 kilograms. Saho Pravin Kumar from India and Amir Mohammed Bahar Haram from Chad are invited to carpet A, weight category 60 kilograms. В ковер Б готовятся спортсмены в категории 66 килограмм из Македонии Зашков Стефан и Российская Федерация Абрамов Алексей. Zashkov Stefan from Macedonia and Abramov Alexei from Russia are preparing to go on carpet B. Saho Pravin Kumar from India and Amir Mohammed Bahar Haram from Chad are invited to carpet A, weight category 60 kilograms. Because of the absence of sportsmen from Chad, Saho Pravin Kumar from India is the winner. В категории 66 килограмм победу одерживает спортсмен из Турции Кадир Синан Аккос. В ковер А приглашаются спортсмены из Российской Федерации Кулар Аким и спортсмен из Казахстана Келимджай Аблайхан в категории 60 килограмм. Ерлан. Да, 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 да
Приготовиться в ковер А в категории 60 килограмм спортсмен из Кыргызстана Туратбек Улобакберди и спортсмен из Кыргызстана Аламбеков Сымбатбек. А килемге даярданат Кыргызстандын спортчулары Туратбек Улобакберди жана Аламбеков Сымбатбек. Победу одерживает спортсмен из Казахстана Келимжай Аблайханов в категории 60 килограмм. А килемге Туратбекулу Бакберди жана Алымбеков Сымбатбек. Эки спортчусу чакырабыз. 60 килограмм салмакта. Б килемде победу одерживает Абрамов Алексей в категории 66 килограмм. Ковер Б готовятся спортсмены из Узбекистана Хасанбае Галмирза и спортсмен Азербайджана Хасанов Эмиль. Победителем становится спортсмен из Казахстана Бескемпир Жалгас, ковер А. The winner is sportsman from Kazakhstan, Bescampir Jalgas, carpet A. Bom.
Ковер Б. Готовятся спортсмены из Узбекистана Хасанбаев Алмирза и спортсмен Азербайджана Хасанов Эмиль. На ковер А приглашаются спортсмены из Монголии Баянтур Гантукс и спортсмен Родион Астанаков из Российской Федерации. Весовая категория 60 килограммов. Баянтур Гантукс from Mongolia and Родион Астанаков from Russian Federation are invited to carpet A, weight category 60 kilograms. Кенишке Аманов Айболот, 78 килограмм салмақта. Победу одерживает борец из Узбекистана Хасанбаев Алмирза. Так как отсутствует спортсмен Монголии, победу одерживает спортсмен из Турции Аслан Нуриахмет. Considering the absence of sportsmen from Serbia, Finland in red and Italy in blue. Italia, Google. В категории 90 килограммов в ковер Б готовятся спортсмены Дубина Иван и Мохаммед Азаз Ю. Спортсмены из... Points are given to the sportsmen in red belts on carpet A. Мамбет Казиев Бекбай is considered the winner. Carpet A. Weight category 72 kilograms. Жеңішке Мамбет Хазиев Бекбай 72 килограмм салмақта А кілемді. Луганбаяр Басанджак from Mongolia and Закир Иксак Оба from Turkey are invited to carpet A, weight category 72 килограмм. Ковер Б. Готовятся спортсмены из Беларуси Дубина Иван и спортсмены из Египта Мохаммед Азаз Ю. В категории 90 килограмм. В категории 90 килограмм победу одерживает спортсмен из Азербайджана Шариф Абдуллах. Спортсмен из Казахстана победу одерживает Арман Ильяс, Дубина Иван и спортсмен из Египта Мохаммед Азазио. Категория 90 килограмм. Considering the absence of sportsmen from Mongolia, Закир Иксак Оба from Turkey is considered the winner. Weight category 72 kilograms.
Alimbi Ali from Kazakhstan and Farah Muhammad Farah Ali from Libya are invited to carpet A, weight category 72 kilograms. На ковер А приглашаются спортсмены из Казахстана Алимби Али и спортсмен из Ливии Фарадж Мухаммад весовой категории 72 килограмма. Эки упай Кок Кимчен Балванга Перлет. Два балла достается спортсмену в синем поясе. On carpet B, two points are given to the sportsman with blue belt. Ковер Б готовятся спортсмены из Узбекистана Шарипов Санджарбек и спортсмены из Российской Федерации Габдрашитов Азат категории 90 килограмм. Ишак Кералос Кемаль from Egypt. The flag of Egypt, not Egypt. On carpet A, sportsman from Kazakhstan Alimbi Ali is considered the winner. На ковре А побеждает спортсмен из Казахстана Алимби Али весовой категории 72 килограмма. Ишак Кералос Камаль from Egypt and Sabir Kaysar from Kazakhstan are invited to carpet A, weight category 72 kilograms. За пассивное ведение борьбы один балл присуждается красному спортсмену. One point is given to sportsman in red belt for passive participation. Two points are given to sports. On carpet A, we invite sportsman from Egypt, Ishak Kiralos Kamal, in weight category 72 kilograms. Ковер Б готовится спортсмен из Узбекистана Шариков Санджарбек и спортсмен из Российской Федерации Габдрашитов Азат категории 90 килограмм. On carpet A, Ishak Kiralos Kamal, sportsman from Egypt, is invited. Weight category 72 kilograms. Ishak Kiralos Kamal from Egypt is invited to carpet A. Weight category 72 kilograms. We have a player in Egypt. Considering the absence of sportsmen from Egypt, Sabir Kaysar from Kazakhstan is the winner. ولا حاجة ما يشتغلش. Harabenli Ahmed from Turkey and Nimbat Khan Raj from India are invited to carpet A, weight category 84 kilograms. Please. Одерживает спортсмен в синем поясе
спортсмен из Египта Мохаммед Мохаммед Азаз Ю. Карабенли Ахмед from Turkey is invited to carpet A, weight category 84 kilograms. В ковёру Б готовятся спортсмены из Кыргызстана Бузбаев Айдар и Игрисов Баястан в категории 90 килограмм. Karabenli Ahmed from Turkey is invited to carpet A, weight category 84 kilograms. Спортсмены из Узбекистана. One point is given to sportsman from Uzbekistan. On carpet A, sportsman from Turkey, Karabenli Ahmed is the winner. 2 балла достается спортсмену из Российской Федерации в синем поясе. Chalorneshin Sajjad from Iran and Bekmurod Alibek from Uzbekistan are invited to carpet A, weight category 84 kilograms. Игупай Гупайшан Балбанга Мериде, 2 балла, остается спортсмену в синем поясе. 2 points are given to sportsmen in blue belts for national federation. Екі ұпай қызыл пойызшан балбанға бейлірлік. Қызыл мұрчан. Бұл кілемге дайырдансын қырғызстандық спортшылар, балбандар Ботбаев Айдар жана Идрисов Баястан. 90 килограмм салмақта. Бектурсун Абулай и Власов Константин из Российской Федерации. Весовая категория 84 килограмма. Көп құрчан балбанға өлкі опай. 2 points are given to sportsmen in blue belt from Russian Federation. 2 балла достается спортсмену в синем поясе. Yes.
Кызыл Курчан спортшыга эскертүү, көп курчан албанга бир упай. Из Казахстана Бектурген Абылаев и Власов Константин из Российской Федерации. Ковер Б подготовится спортсменами из Кыргызстана. Категории 90 килограмм. Ботбаев Айдар и Идрисов Баястан. Победу одерживает спортсмен в синем поясе. Ковер Б готовятся спортсмены в категории 96 килограмм. Ковер Б готовятся спортсмены категории 96 килограмм. Спортсмены из Ирана Азими Шабман и спортсмены из Болгарии Хасан Гирхан Редван. Two points are given to sportsmen from Iran in red belt.
На ковер А просим подготовиться спортсменов из Казахстана, Рысбек Азат, и спортсмены из Российской Федерации Оржак Артыш Хейолович весовой категории 96 килограммов. В ковер Б готовятся спортсмены Узбекистана Сайдхулов Санчар и спортсмен Российской Федерации Минигалиев Ильфат категории 66 килограмм. Зову Муручан Балван Сатманхулов Бекболсон. Экинчи Юниолик Кучмендер Хойнинын чемпиону. Көп Курчан Балван Эстебесов Арлен. Спортон Чевере. Кыргыз күрөшү боюнча. В красном ремне Мусабек Улазисхан, мастер спорта по кыргыз-күрөш. Ковер Б готовится спортсмен Узбекистана Сайдхулов Санжар и спортсмен Российской Федерации Минигалиев Ильфат категория 66 килограмм. Спортсмен с синим ремнем на ковре А Мурадбек Уланбар является мастером спорта по кыргыз-күрөш. Бир упай көп курчан балбан эстебесе Арленге берилди. На ковер А просим подготовиться спортсмены из Казахстана Рысбек Азат и Оржа Артыш Хейлович из Российской Федерации на ковер А. Весовая категория 96 килограмм. Икки упай кызыл курчан балван Сатканкулов Бекболсонго берилди. Трос. Хорошо. Хорошо.
Если азарта тапта ики, ики. Мусабек уулу Азизхан. Спортсмен из Казахстана. Респект Азаз. Спортсмен из Российской Федерации. Орджан Яртыш. Артыш Кайолович. Весовая категория 96 килограмм. Кызыл Горшан, Валван Сатканхулов Бекболсон, Чегишке, Четте. Победу Олов Санчар в красном поясе и в синем поясе спортсмен Российской Федерации имени Галиев Ильфат. Категория 66 килограмм. Ковер Б. Готовится спортсмен Казахстана. В красном поясе Сагадилде Адилет и спортсмен Турции. В синем поясе Кадир Синан Аккус. На ковер А готовятся спортсмены из Российской Федерации Немаев Аюр и спортсмены из Узбекистана Чори Джомахир. Весовая категория 96 килограмм. Два балла достаются спортсмену в красном поясе Саидхулов Санджар. Категория 66 килограмм. 2 points are given to sportsman from Uzbekistan, Saidkulov Sanjar, in red belt. Kulov Sanjar. Ковер Б готовится спортсмен Казахстана Сагадилде Адилет и спортсмен Турции Кадир Синан Аккус. На ковер А просим подготовиться спортсмены из Российской Федерации Немаев Аюр и спортсмены из Узбекистана. Чориев Джамахир. Весовой категории 96 килограмм. Yeah.
Один балл достается спортсменам в красном поясе в категории 66 килограмм. One point is given to sportsman from Uzbekistan, Saidkulov Sanjar, in red belt. Два балла получают спортсмены в красном поясе. Сайкулов Санчар, категория 66 килограмм. На ковре А победу одержал спортсмен из Казахстана Рысбек Азат, весовой категории 96 килограмм. На ковер А приглашается спортсмен из Российской Федерации Немаев Аюр и спортсмен из Узбекистана Чариев Джабахир, весовой категории 96 килограмм. Два балла также получает спортсмен в красном поясе Саидкулов Санчар, Узбекистан. Победу одерживает спортсмен. На ковер А подготовится спортсменов из Кыргызстана Ирланбеков Нурусбек и Нуркадзым Улу Асаскильди, весовой категории 96 килограммов. Ковер Б готовятся спортсмены Российской Федерации Абрамов Алексей и Павлов Кирилл, категории 66 килограмм. На ковер А просим подготовиться спортсменов из Кыргызстана Мирланбеков Норусбек и Нурхаджин Улу Ашанкеди, весовой категории 96 килограммов. Спасибо.
Кардио-румбе готовятся спортсмены Российской Федерации. Абрамов Алексей, Павлов Кирилл. Победа достается спортсмену из Российской Федерации Немаев Аюр в весовой категории 96 килограммов. На ковер А приглашаются спортсмены из Кыргызстана Мирланбеков Нурузбек и Нурказым Улу Асанкильды в весовой категории 96 килограммов. На ковер А приглашаются спортсмены из Кыргызстана Мирланбеков Нурузбек и Нурказым Улу Асанкильды в весовой категории 96 килограммов. На ковер А просим подготовиться спортсмены из Казахстана Айткулов Амирджан, а также спортсмены из Узбекистана Сахрамонов Перкузжон. Весовой категории 96 килограмм. Победу одерживает спортсмен в красном поясе, спортсмен Казахстана Сагадилде Адилет. Павлов Кирилл. Победу одерживает Абрамов Алексей, Российская Федерация. Нет, я наемник, да. В ковёру Б готовится спортсмен Монголии Курилбатор Хатаболт и спортсмен Италии Галлючио Габриэль. Both from Mongolia and Galuccio Gabriel from Italy, please prepare to carpet beat. Weight category 78 kilograms. Thank you.
весовой категории 78. Зал ойынша эскертүү, тур курчан балмагына бир упай. Ковер Б готовятся спортсмены Монголии. Курил Баатр Хатамбот и спортсмен Италии Лючио Габриэль. Курил Баатр Хатамбот from Mongolia and Galuccio Gabriel from Italy, please prepare to go to carpet B. Weight category 78 kilograms. На ковер А просим подготовиться спортсменов из Казахстана Айкулов Алиджан, а также спортсмены из Узбекистана Кахрамонов Бехружон, весовой категории 96 килограмма. Кілерінде жеңіш қызыл қуыршан спортсменге берілет Мирланбеков Норузбек. На ковер А приглашаются спортсмены из Казахстана Айткулов Амирджан, а также спортсмены из Узбекистана Кахрамонов Бехружон. Весовой категории 96 килограммов. На ковре А в красном поясе спортсмен из Казахстана Айткулов Амирджан
И в синем поясе спортсмен из Узбекистана Кахрамонов Бекружон. From Turkey, please prepare to go to carpet A in weight category 60 kilograms. Победа достается Айткулову Амирджану, спортсмену из Казахстана, весовой категории 96 килограммов. Хурель Батыр Хатанболт from Mongolia is invited to carpet B. Weight category 70. Armenia and Namet Gulmes from Turkey are invited to carpet A. Weight category 60 kilograms. В ковер Б подготовится Аслам Нури Ахмед, Турция. И спортсмен Замбии Сингуба Чимука, категории 78 килограмм. На ковер А приглашается спортсмен из Румынии Стефан Валентин Раул, а также спортсмен из Турции Намет Гульмес, весовой категории 60 килограммов. В ковер Б подготовится спортсмену Турции Аслан Нури Ахмед и спортсмену Замбии Сингуба Чимука в категории 78 килограмм. Аслан Нури Ахмед from Turkey and Сингуба Чимука from Zambia, please prepare to go to carpet B, weight category 78 килограмм. Stefan Valentin Raul from Romania and Namet Gulmes from Turkey are invited to carpet A, weight category 60 kilograms. Stefan Valentin Raul from Romania and Namet Gulmes from Turkey are invited to carpet A, weight category 60 kilograms. From India and Kilunjai Ablai Khan from Kazakhstan. Please prepare to go to carpet A, weight category 60 kilograms. Из Индии Саху Правин Кумар, а также спортсмены из Казахстана Калинджай Абланхан. Аслан Нури Ахмед from Turkey in red belt and Сингуба Чимука from Zambia in blue belt. Please prepare to go to carpet B. Weight category 78 kilograms. Браво, браво, браво!
В категории 78 килограмм победу одерживает спортсмен в красном поясе Аманов. Так как отсутствует спортсмен Замбии, победу одерживает спортсмен Турции Аслан Нуриахмед. На ковре А спортсмен из Кыргызстана Турабек Улубахбердиев в красном поясе и спортсмен из Казахстана Бескем Биржалгаз в синем поясе весовой категории 60 килограмм. Индия Пандакара Садхир, спортсмен в синем поясе, Финляндия Латвала Валтари Кресе, категории 90 килограмм. On carpet B, sportsman in red belts, Пандакар Садхир from India, and in blue belts, sportsman from Finland, Латвала Валтари Кресе. On carpet B, Latvala Valtteri Kristian in blue belt, sportsman from Finland, is the winner. На ковер А приглашается спортсмен из Российской Федерации Родион Астанаков, а также спортсмен из Казахстана Дюсенбеков Асылхан. С
синем поясе спортсмен Казахстана Арман Ильяс, Мухаммед Азаз в красном поясе спортсмен Казахстана Арман Ильяс в категории 90 килограмм. На ковре А спортсмен из Российской Федерации Родион Аспанахов в красном поясе, а также Дюсенбек Асылхан из Казахстана в синем поясе, весовой категории 60 килограммов. На ковер А просим подготовиться спортсмена из Российской Федерации Алчонов Герман, а также спортсмена из Уганды Симбатия Джеймс Кивану, весовой категории 72 килограмма. Алчонов Герман from Russian Federation and Simbatia James Kivanuk from Uganda are in. Please prepare to go to carpet A. На ковре А победителем объявляется спортсмен из Казахстана Дюсенбек Асылхан весовой категории 60 килограмм. Alchonov German from Russian Federation, Simbatia James Kivanuk from Uganda are invited to carpet A, weight category 72 kilograms. Simbatia James Kivanuk from Uganda in blue belt is invited to carpet A, weight category 72 kilograms. Ковер Б подготовится спортсмену Российской Федерации Габдрашитов Азат и спортсмен Кыргызстана Идрисов Баястан. Simbatia James Kivanuk from Uganda in blue belt is invited to carpet A. Weight category 72 kilograms. Simbatia James Kivanuk from Uganda in blue belt is invited to carpet A, weight category 72 kilograms. Considering the absence of sportsman from Uganda, the winner is sportsman from Russian Federation, Alchonov German, in weight category 72 kilograms. Sharma Vishal from India in red belt and Palikanath Islam from Russian Federation are invited to carpet A, weight category 72 kilograms. В категории 90 килограмм победу одерживает спортсмен из Египта в синем поясе Мухаммед Азаз.
Спортсмен в красном поясе Габдрашитов Азат, Российская Федерация. Спортсмен в синем поясе Идрисов Баястам, Казахстан. На ковре А победу одержал спортсмен из Российской Федерации Фаляхов Ислам в весовой категории 72 килограмма. На ковер А приглашается спортсмен из Кыргызстана Мамбекадиев Бекбай, а также спортсмен из Турции Закир Ихсах Оба в весовой категории 72 килограмма. Мамбекадиев Бекбай from Kyrgyzstan and Zakir Ihsan Oba from Turkey are invited to carpet A, weight category 72 kilograms. На ковер А приглашается спортсмен из Кыргызстана Мамбекадиев Бекбай весовой категории 72 килограмма. Спортсмены из Кыргызстана и Идрисов Баястам в синем поясе. Идрисов Баястам является чемпионом третьих всемирных игр кочевников весовой категории 74 килограмма по Кыргыз Грюще. Идрисов Баястам Фанкоги старался за чемпионом ДСФ Волк Мама Денис в двоих категориях 74 килограмм. Итог ЗО Чахша Базахто Таймаш Биттиш Болот Хамишо Багиле Бекбе Дагыстандагы белгилүү кыргыз күрөш балбаны үчүнчү дүйнөлүк күч менен ойнотурандар 74 килограмм салмак категориясынын чемпиону Идрисов Баястам жана анын атаандашы дагы бир күчтүү россиялык балбан Габдрашитов Азат Багиле Бекбе болуп жаткан кызуу күрөшкө назар аударабыз. Эки упай берилет кыргыз балбанда 2 балла присуждается спортсмену из Кыргызстана Эмашу Баястанов. Следующие схватки. А прямо сейчас на наших глазах происходит интересная схватка борцов из Кыргызстана. Алмазбеков Розбек в красном поясе и его соперник Мирлан Улу Бахтияр синий пояс. На ковре А победа достается спортсмену из Кыргызстана в красном поясе Мамбекадиеву Бекбаю весовой категории 72 килограмма. На ковер А приглашаются спортсмены из Казахстана Олимпия Али в красном поясе, а также Сабыр Кайсар в синем поясе весовой категории 72 килограмма. На ковре А выступают спортсмены из Казахстана Олимпия Али в красном поясе, а также Сабыр Кайсар в синем поясе весовой категории 72 килограмма.
Просьба спортсменов на ковре Б, весовой категории 96 кг, Трэксбек Нурлан, Казахстан. Гелезетдинов Ранис, Россия, приготовиться к следующей схватке. Чиломбева Кумбу from Zambia and Bolak Lennox Yehi from USA, please prepare to go to carpet A. Weight category 84 kg. Два балла присуждает Чамбаш. Интересная схватка происходит на ковре Б. Два спортсмена из одной страны хорошо знают друг друга, хороший спортивный опыт. И мы можем наблюдать размеренную схватку двух борцов, представителей из Кыргызстана. На ковре Б встречается Алмазбеков Орозбек на красном поясе и его соперник Мирлан Уло Бахтияр в синем поясе. На ковре Б чистую победу держит борец из Кыргызстана в синем. То есть Мирлан Уло Бахтияр без соперника из России Гелезетдинова Раниса на ковре Б победителем автоматически объявляется борец из Казахстана Сарбек. Chilombe Vankumbu in red belt from Zambia is invited to carpet A, weight category 84 kg. Weight category 84 kg. On carpet B, the winner is Edward from Turkey. Taza Geniş. Taza. Clear. Winner of the match. With the dynamic of Javon Hodman. Good job. Alan Kazakto. Alan Kazakto. Адамдың назарын өзіне бұры олмақшы, бөлемендегі қызықты талмаштар ұлануыда. Мұна ұшын деп, Өзбекстандық балыван әрекетін көрді, бірек өзі қапталға жығылып қалғандықтан, Россиялық балыванға бір ұпай берілі отырады. Thank you.
Chadarneshin Sajjad from Iran in red belt and Bektursun Abulai from Kazakhstan in blue belt. Please prepare to go to carpet A in weight category 84 kilograms. Отус Виш мамлекеттен ушул чемпионатка катышууга согуш келди. Андыктан жыл өткөн сайын, жыл барган сайын, убакыт өткөн сайын мына чемпионатыбыздын географиясы кеңейип, чемпионатыбызды колдогон биздин өнөктөштөр, партнерлор, спонсорлордун саны катары калыптап жаткан учуру. Бул албетте кыргыз күрөшүнүн, кыргыз маданиятынын, кыргыз салтынын, кыргыз нарыхынын, кыргыз спортунун акырындык менен бирок алгылыктуу, ийгиликтүү адамдарыбыздан кабар берет. Ал учурда мына өзбекстандык балбар өз өлкөлөрүндө ар бир балбар спорт чеберлери болуп эсептелет. Каждый борец, который сейчас борется на наших глазах, и представители наших ближних, дальних, братских, дружественных государств, являются мастерами спорта, являются одними из ярких, сильных представителей своих стран. Поэтому каждая схватка — это не только схватка двух борцов, схватка двух характеров, но и схватка и спортивный интерес, состязательный дух между нашими странами. Поэтому второй раз проводится чемпионат по кыргыз-гүрөшү. Он является мировым чемпионатом. В этом году на наш чемпионат поступили заявки из 35 стран. Такие страны, как Бангладеш и страны из Африки. On carpet A, the winner is sportsman in blue belt, Karabendi Ahmed from Turkey, in weight category 84 kilograms. Спортсмены из Бангладеша, Америки. Посмотрите, какой географический охват. 21 страна подавала заявку на наш первый чемпионат, а в этом году культуры, ввиду кыргызского спорта, кыргызгүрөшү развивается поступательными шагами. Chadarneshin Sajjad from Iran in red belt and Bektursun Abulai from Kazakhstan in blue belt are invited to carpet A in weight category 84 kilograms. Chadarneshin Sajjad from Iran in red belt and Bektursun Abulai from Kazakhstan in blue belt are invited to carpet A. Weight category 84 kilograms. Накадор А приглашается спортсмен из Казахстана Бектурсин Абулай весовой категории 84 килограмма. Considering the absence of sportsmen from Kazakhstan in blue belt, the winner is sportsman from Iran in red belt, Chadarneshin Sajjad. Спортсмены из Российской Федерации Зулхарнаев Артур в красном поясе, а также спортсмены из Кыргызстана Мусабек Улу Азизхан в синем поясе весовой категории 84 килограмма. On carpet A, in red belt, sportsman from Russian Federation Зулхарнаев Артур and sportsman from Kyrgyzstan in blue belt, Musabek Ulu Aziz.
Победителем на ковре Б является спортсмен из России Самдан Демирхаян. We invite to the main A wrestler in Turkey, Kayserli Yaşar. Pakhacı Zahar, Belarusya. May B, the winner is Бергенбай Бахберген, Казахстан. На ковре А в красном поясе спортсмен из Казахстана Рыспек Газар, а также в синем поясе спортсмен из Российской Федерации Немаев Аюр. Весовая категория 96 килограммов. На ковре А победа достается спортсмену из Казахстана Рыспек Азар, весовой категории 96 килограммов. На ковер А приглашается спортсмен из Кыргызстана Нурхазым Уулу Асангелди, а также спортсмен из Казахстана Айгулам Амирджан. 96 килограммов. Поймай!
На ковер А просим подготовиться спортсмена из Турции Намет Гульмес, а также спортсмена из Казахстана Кирюнджай Аблайхан. Весовой категории 60 килограмм. На ковер Б приготовиться спортсмен из Казахстана Сагадилле Абилет, красный пояс. Синий пояс Абрамов Алексей, Россия. На ковер А приглашается спортсмен из Казахстана Кирюнджай Аблайхан, весовой категории 60 килограмм. На ковер Б приготовится красный пояс Сагадилле Абилет, Казахстан. Синий пояс Абрамов Алексей, Россия. Арканга вот кызма, вот кыз балалия, торбал от кет сенден. Хашаренде чисто башки хачим хамар. On carpet A, Namet Gulmez, sportsman from Turkey in red, and Kilimunjay Ablayhan from Kazakhstan in blue belt, in weight category 60 kilograms. Казахстана Кирюнджай Аблайхан, весовой категории 60 килограмм. Yeah.
На ковре А победителем объявляется спортсмен из Казахстана. На ковер А приглашается спортсмен из Кыргызстана Туракбек Уулу Бактурдин, а также спортсмен из Казахстана Дуйсенбек Асылхан. Весовая категория 60 килограмм. Бұл кілемінде жеңішке Қырғызстандық балбан Саткан Олов Бекболсын жетіште. Мұрат Мұхамеджан from Kazakhstan in red belt and Galuccio Gabriel from Italy in blue belt. Please prepare to go to carpet B in weight category 78 kilograms. На ковре А победу одержал спортсмен из Кыргызстана Туратбек Уулу Бакберди в весовой категории 60 килограмм. Болат Ленокс Джахи from United States of America in red belt and Karabendi Ahmed from Turkey in blue belt are invited to carpet A, weight category 84 kilograms. Volat Lennox Jahi from United States of America in red belt is invited to carpet A, weight category 84 kilograms. На ковер B приготовится Мурат Мухамеджан, Казахстан, Галицо Габриэле, Италия. Мурат Мухамеджан from Kazakhstan in red belt and Galuccio Gabriel from Italy in blue belt. Please prepare to go to carpet B.
Чадырнешин Саджат, спортсмен из Ирана, а также Мусабек Улу Азизхан, спортсмен из Кыргызстана. Просим подготовиться к выходу на ковер А. Весовая категория 84 килограмма. Ковер А. Просим подготовиться спортсмена из Кыргызстана Мамбетказиев Бекбай, а также спортсмена из Казахстана Алимби Алим. Весовой категории 72 килограмма. На ковер П просим подготовиться спортсмен из Казахстана Мурат Мухаммеджан, Галут Габриэль, Италия. На ковре П победу одержал спортсмен из России Абрамов Алексей. Мед, Туркменистан. На ковре А победу одержал спортсмен из России Поляков Ислам. Весовой категории 72 килограмма. Поляков Ислам выходит в финал.
На ковре А Мамбетхазиев Бекбай, спортсмен из Казахстана в красном поясе, а также Алимби Али из Казахстана в синем. Весовая категория 72 килограмма. На ковер «Б» просит приготовиться спортсмен из Кыргызстана Аманов Айболот, Аслан Нуриахмет, Туркменистан. Айболот, sportsman from Kyrgyzstan in red belt, and Aslan Nuriahmet, sportsman from Turkey in blue belt. Weight category 78 kilograms. Бы келемде жеңишке Аманов Айболот жетишет. Кыргызстандык балбар. Мухаммед Мухаммед Азаз, спортсмен from Egypt, and Идрисов Баястан from Kazakhstan. Please prepare to go to carpet B. Weight category 90 kilograms. Мухаммед Мухаммед Азаз Ил, Египет, Идрисов Баястан, Кыргызстан. На ковре «Б» победу одержал Калимулин Ринас. «Б» келемне чейрек финалга даярданып турууга Мирлан Олу Бахтияр, Кыргызстан. Кыргызбек Нурлан, Казахстан. 96 килограммдык салмактык категория. Мирлан Олу Бахтияр. Кыргызбек Нурлан, Казахстан. Мирлан Олу Бахтияр, Кыргызстан. Кыргызбек Нурлан, Казахстан. Чейрек финал. 96 килограммдык салмактык категория. Соединенных Штатов Америки Валяк Ленокс Шахи, а также спортсмен из Турции Карабенли Ахмед. Весовая категория 84 килограмма.
На ковер «Б» просим подготовиться спортсмен из Кыргызстана Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызбек Нурлан, Казахстан. На ковер «А» просим подготовиться спортсмена из Ирана Чадурмешин Саджар, а также Мусабек Улу Азизхана, спортсмена из Кыргызстана весовой категории 84 килограмма. «Б» келемне Дайырдан Турсун, Мирлан Улу Бахтияр, кыргызстандык спортчу, Кыргызбек Нурлан, казахстандык спортчу. А ковер «Б» просим подготовиться спортсмен из Кыргызстана Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызбек Нурлан, Казахстан. На ковер «Б» просим подготовиться спортсмена из Кыргызстана Мирлан Улу Бахтияр и спортсмен из Казахстана Кыргызбек Нурлан. Чадурнешин Саджад, спортсмен from Iran. And Mustafa Ulu Azizhan from Kyrgyzstan, please prepare to go to carpet A. Дайырдан Турумсар, Мирлан Улу Бахтияр, кыргызстандык спортчу, Кыргызбек Нурлан, казахстандык спортчу. On carpet B. Yalla,
На ковер А приглашается спортсмен из Ирана Чадырнешин Саджар, а также спортсмен из Кыргызстана Мусабекулу Айдисхан. Весовая категория 84 килограмма. Chadornishin Sajjad, sportsman from Iran in red belt, is invited to carpet A, weight category 84 kilograms. B kelimde jenişke Kırgızstanlık sporcu İdrisov Bayastan jetişti. Рамдан Демирхая, Россия. Земей Би, плиз препер, Пулат Сали, Тюркей. Сандан Демирхая, Раша. На ковер «Б» просим подготовиться Булат Салих, Турция, Самдан Демирхая, Россия. Бахритсевич Захар from Belarus and Габон Мукваньяни from Georgia. Please prepare to go to mat A, weight category 96 kilograms. Булат Салих, wrestler from Turkey. Самдан Демирхая, wrestler from Russia. Please prepare go to the mat B. На ковре А победу одержал спортсмен из Кыргызстана Мусабек Улу Азизхан. Весовая категория 84. Бахритсевич Захар, спортсмен from Belarus in red belt, and Габо Мукбаньяни, спортсмен from Georgia in blue belt, are invited to carpet A, weight category 96 kilograms. Б кілемінде чейрек финалдық күріш 96 килограмдық салмақтық категорияда Қырғызстандық Мирлан Улы Бахтияр жана қаршылашы Қазақстандық Қырғызбек Нұрлан. Кілемінде жеңіш Қырғызстандық Мирлан Улы Бахтиярда. Құттықтаймыз. На ковре «Б» победу одержал спортсмен из России Самдан Демирхая. Спасибо.
Джоп, бэк, не злота. Спасибо, Джоп. На ковре А победа достается спортсмену из Грузии Габа Мухпаняни весовой категории 96 килограммов. On carpet A, the winner is sportsman from Georgia, Габа Мухпаняни, in weight category 96 kilograms. Еркин Кураш план. Еркин Кураш план. Барахалрог спорт турбору шанна. Еркин Кураш турбору шанна. Спорт турбору шанна. Хафта гэрэн. Ай келеминде кызыл пояс менен Казахстандан спортчу Рысбек Азат. Жана көк пояс. Кыргызстандын спортчусу Нурказым уулу Асанкелди. Салмак категориясы 96 килограмм. Багалыда биринчи орун берүү арнашы керек. Эң жакын экинчи орунда экен. 200 ортада экен. Challenge. Thank you.
На ковре «П» победу одержал спортсмен из Узбекистана Бабаджонов Джалалыдин. А келеминде 60 килограммдык салмак категорияда финалдык күрөш Азиз Келимжай Аблайхан Казакстандык балбан Туратбек уулу Бакберди Кыргызстандык балбан А келеминде болуп өтөт финалдык күрөш. Келимжай Аблайхан Кызыл курда. Көк курда. Туратбек уулу Бакберди. Кыргызстандык балбан. Финальная схватка на ковер «Эй» приглашается Келимжай Аблайхан, спортсмен из Казахстана. Туратбек У... Тут же только два ковра, да? Да. Больше не те. Я вот его не знаю. Вот нет, там... нет, здесь только есть. Да. Нам сказать, что есть еще два мини-ковра. А, сзади, сзади. Сзади, да, сзади. Малый зал. Там, наверное, много малый зал. Ну, нас сразу сюжели. Ага. И вот мой речка на Алдере сейчас. Например, тут скидывали, да? Конца. Коридор у меня. Коридор у меня, да? И ступеньку вот. Ага. Два слота. Ага. Ах, там не мол. Алтымыш килограмм салмак категорияда. Финалдык күрөш. Ал келемине чакырылат. Кызыл курчан. Келимжай Аблайхан. Казахстандык балбан. Көк курда. Туратбек уулу Бакберди. Кыргызстандык балбан. Thank you.
Бек Улу Бакберди чакырылат. The winner is made B, wrestler from in Mongolia, Ямсурен Амгаламбат. На ковре B, победа. На ковер B просит подготовиться Бабаджанов Джалалидин, Узбекистан, Ямсурен Амгаламбат, Монголия. Жукеев Чашлыкагай, Б кілепнеген поймыз. Чашлык Жукеев Агай, Б кілепнеген поймыз. Please prepare, go to the mat B. Бабаджанов Джалалидин, Узбекистан. Ямсурен Амгаламбатар, Монголия. Сакрдан келдейсин ана. Ямсурен Амгаламбатар. Борец из Монголии. Аскар диплом дас чыгар, мен котук. Өчүч телефон полет кого чыгар. Япта күрөш болосу телефон ойно болду. Бүгүн келемне чыгууга даярдансын. Бабаджанов Джалалидин, Өзбекстандык болбан. Ямсурен Амгаламбатар, Монголиялык болбан. Федерация
Бейкнебанкерлан Олу Бахтияр алдыда қарсыласы орусиялы Самдан Демирхая. Финалға шығу үшін болған күреш. Келемінде жегішке қырғызстандық балбан Мирлан Олу Бахтияр жетішті. Мирлан Олу Бахтияр финалда. Thank you.
Финальные схватки просят подготовиться спортсменам. Келиумджай Аблайхан из Казахстана, Турадбек Улу Бакбеди из Кыргызстана, а также в категории 66 килограмма спортсмены из Кыргызстана Сатхан Рулов Бекболсун и спортсмены из Российской Федерации Абрамов Алексей. Также просим подготовиться к финальной схватке спортсменов весовой категории 72 килограмма Фаляхов Ислам из Российской Федерации, а также спортсмены из Кыргызстана Магомедхазиев Бекбай. Урматуу күрөшчүлөрү А килеминде бир нече мүнөттөрдөн кийин финалдык беттештери орун алат. Также в весовой категории 78 килограмм просим. The winner is May B. Wrestler from Mongolia, Niamzuren Amgalan Batar, Nakin Murat. On carpet A, in the final round in weight category 60 kilograms, in blue belts, sportsman from Kyrgyzstan, Turabek Ulu Bakberdi. In red belts, sportsman from Kazakhstan, Kelimjai Ablaykhan. Я уже
На ковре А чистую победу одержал. Қызыл орчан сатқан болып Бекболсон дүниелік көшпендер ойындарының чемпионы ал эми көк бурда Абрам Алекс.